Асфикс. Очень вероятно. Но я только за. Еще урон увеличили на 17%. Целка ХМ, но обычно по субботам. Войт, ты тут? Да. Я РЛ-ку скину, перезайду на вара. Че это Сантыч туда-сюда своего шамана? А как Вальку хилят через Лока? Кидают частицу на Вальку, а хилят Лока, да? Да, он нажимает доспех и типа через Лока больше нахилю. Но это только у Хулипала так работает. Да. Мне как-то ради теста лок один говорил, попробуй через меня похилить, что-то такое себе получилось. Хил кого? КД на ока обычно. У кого? Пало у моего было. КД? Поэтому да, не надо было туда заходить. Ну, его же никто не принял, я надеюсь. С Долорана принимаю КД. Это скилл, Кирс. Угу. А поменяй Геру, а потом он... Капец, краб, наверное, какой-то. Да, там да. Тоже что-то похоже. Ебать, если такие секреты буду знать, нахуй, то будет вообще пиздец. Лучше оставить. Охуеть, какой секрет. Я Хулипала не хилил никогда через локом. Прям код да Винчи, блять. Ты еще холи по вам сделать, чтобы всю эту хуйню потестить. Ой, давай Пегастрия загоражи и отберем щит у него. Я на трансмук, а ты так. За компанию. Так, КД, выходим, да? Будет, как тебе? Все еще КД висит? Я не знаю, короче, кто-то в инсте, чекайте. Кто-то в инсте, может быть, в ЗС-ке остался? Смотрите, бывает тоже не обновляется в другом рейде. Да, мол, упал. Ну вот, из-за него. Молотый красив, ты тут?
Ты чекни, если он АФК, просто кикни, потом убьёшь обратно. Здравствуйте. Здорово. Привет. Чё-то кислятина запахло. Чё-то поменялось. Зайдите вот. Нет. Там он монород еще в змеином показывает. Пол рейда сейчас, блядь. Ну-ка, быстренько кто-нибудь до ЗСки долетите. Блядь, надо рейд пересобирать по ходу дела. Ну давай. Не. Ну давай. Не. Сейчас я давай. Вон у кого-то есть, когда он прессует. Прессуем, говорит, ЗС. Хорош. Всех наебал. Только что ЗС-ка убили, прессуем ЗС. Все прессуют, самое главное. Короче говоря, пишем плюс один в ПМ Кавату. ПМ. Сейчас напишу. Я же включен аддон Кават, да? У меня всегда включен. Написал, что-то пати не дают. Там еще был не рейд. Ты сказал без ДПМ кого-то. Ой. Лага, сразу ассисты давай. Ты как мне теперь все эти окна закрывать? Просто выйди из новой. Плюс один в ПМ Кавату. Ну шо, обновилось-то? Да, может. Что-то не получилось, да, теперь плюс два ПМ Кавату. Да там хоть имя можно написать какое-то, хоть что, хоть две буквы там, я не знаю, что такое. Одну букву нельзя, а так можно от двух и все что хочешь. Я написал, не... что Полина какашка. О, надо изменить. Дай что, плюсану? Да, взяли. Взяли? Удивительно. Ты напиши... Это пароль был, да? Ты напиши, что пароль про товар. Я в следующий раз тоже, если кого-то принимать буду, про товары сделаю. Скажи, как, скажи пароль, да, пароль в ПМ. Блоки поставь, пожалуйста, шкаф, быстрее будет. Молод и красив. Блять, невиники, сука. Чё-то у нас маловато, по-моему, по сравнению с ЗС-ом. А пока шаля. Ну, ещё человек 7, наверное. Я в релоге. Там вон мгновенная ДС-шка хочет пойти. Мгновенная в курсе, что его друид, пока там ЛК камни не исправятся, в рейд не ходит. Соответственно, по креста я не буду лучше начинать диалог. Как называют? Мгновенная ДЦшка? Он пишет, что он все сделал, видишь? Прист на характере. Ебать. Это как...
Это тот самый неубиваемый крест. А, это тот, который... Да-да-да, который посох на халяву полутал. Я еще натекалась, говорю. Блин, сумму на селке не перекинул. У меня тоже же приз 255-й мне тогда возмущало это. По-доброму. Мне, кстати, чарки надо сделать для моего креста. Много. А не хуло. Бриди. Восьмая группа. Кому нужны какие-то боссы в ока обычно? Эпигастри, вижу, что пишешь, иди. А я не в восьмой группе, я сейчас зайду. Ты же Неликса бафаешь. Куда ты денешься от нас? Кровавый взор, я помню про Солариан. Когда дойдем, тогда и будет инвайт. Мне просто впадлу снимать с тебя ЕП. Что ему Солариану нужно? Браса агильная. Как вы растихаем, ты же падают лучше. Такие. Видишь, хочет эти. Что поделать? Значки, банк. Значки уходят мне, БОЕшки уходят туда же, воронки уходят тут. Зеленку и синьку можно гридить, либо пылить. Интересно. Да, рецепты. Что за свадьба в Малине? Рецепты тоже можете ролить. Фантей, плюс, плюс. Быстрее замените все, быстрее пойдем дальше. Кислота там есть, понимаешь, да? Да что-то, я не знаю. Да, Алекс, я бы назвал тебя, но ты здесь дети. Дерек. Далее он бить его. Бить, бить. Кони, умри. Почти. Попытка была. Тебе повезло то, что ловил вихрь в КД. Че тебе такой засверкал? Без заложда. Лепёх, короля. Вот-вот. Да я тоже думаю, заходить, не заходить. Дайте шапку. Я, короче, пост насчет этой лужи видел. Там челики поперлись в кару ХМ. И на этом... Как его там звали? В библиотеке, который стоит. Рахимак. Из-за этой лужи, короче, нифига не видно. Арана, да-да-да. Из-за этой лужи, короче, нифига не видно. Они там повайпались весь день. Просто Элима кикнуть, чтобы он не понял. А знаешь, что самое забавное? А, помнишь, раньше старая лужа могла багаться, и от нее эффект на часть инста распространялся? Да.
Это было. Вот, от вот этой новой в Каражане, вот именно в хемовском Каражане, но на весь инстра. Прикинь, какая это боль. А, я понял. Неприятненько вышло. А еще я, кстати, не знаю, пофиксили этот баг или нет. Как только вышел Лемовский Т5, в каре бычки, когда кастуется венец пламени, он, короче, эффект срабатывал, даже если никто не двигается, именно из-за Лемовского Т5. Так, первая, вторая группа. Кому не нужен лут сока обычки? Какой мне? Бабл отбой, сидишь тут. Бафаешь меликов. Я не бафаю меликов, я сур. Прожимка твоего ВП это все равно бафает твою группу. Блин, раз в 5 минут. Профит. Вопрос, у нас Гурдак же эпигастрию, да, вроде нужен? Да ему все куски нужны. Ага, окей. В первой и второй группы желающих послакать нету. Чему-то резист только полюсанул. А, ну понятно. А Лара могу тоже послакать. Хочу воронки, можно наворолить? Нет. Ну, кислый может сролить и положить в ГБ, это нормальная практика. А вот кто-то другой, кроме кислого, Кирсгорный, меня их сролит, получит 10 тысяч ГП. Значит, да, будет то же самое. А, хотя ну да, 10, еще бабл. О, нифига себе, я тоже могу. Это жестко, хотя бы 1000, давай. Торгуется, насроливает. Воронки и значки могут паролить только замы и офицеры, чтобы переложить их в ГБ. Какой ты был близок. Да, Сипати, у вас там уже грубо. Да я, блин, подумал, что мы еще хэпки сначала. Привычка, да, Конь? Кидалово какое-то, да, ребят? Произвол. Ну... Я говорю. Леха пишет, даже я не роли. Не, это были в джоках, там тоже что-то то ли по 10, то ли по 5 тысяч. Были воронки, кто сролит не по назначению. Ну, то есть то же самое, да, кто в банк не положит. И там был хант, который говорит, а мне шмот не нужен, мне пофигу, я буду ролить. Ладно, ребят, я вас услышал. За нит воронки у рейди будет начислено 15 тысяч. Следующая торговля повысит ставку. За что? А если мне не склеит? Ну чего? Да, как я сейчас. Там три возможных варианта выбора. Там можно и отказаться, и погридить. Да я ровно просто не знаю. Ну, Рэлла кидала. Распилить воронку. А вот мне сейчас с этим не смешно, я могу еще раз так же не спить. Ну, я вот предупредил, это было крайний раз. Больше предупреждений не будет. Все равно дорого, это дорого. Прям как коньяк, блин. Хороший коньяк, за пятнашку. Захожу, сидят три пацана, что-то грустные на складе. Я говорю, что случилось? Да, блядь, говорит, коньяк подорожал очень сильно. В смысле? Она говорит, принесли бутылку коньяка, говорит, выпили. Приехал директор базы, унюхал троим, говорит, выписал штраф по 5000, блядь. Нихера, говорит, коньячка попили. По 5000 рублей. Лучше уж ГП тогда. Блять, я на этих мобах только что и делаю, чаржусь в них обратно, блять. Даже ударить не могу, сука.
И смотри, чарж в танка. Защитил танк. Нормально. Это же кем набиваю. К ПВП готовлюсь. После таких заявлений даже страшно в это в гере нажимать мне это нужно. ГМ можно ролить, что вы хотите, с трэша и как хотите. Там все уходит игрокам. Короче говоря, Black Killer будешь ловить трэш внизу. Коват начинает на первой платформе, и Пегастрий вторая платформа, и так в очереду. Главный нюанс, чтобы не было недопонимания, как в Деварейде сегодня, от которого я подготовил. Если Феникс после взлета в воздух уходит на последнюю платформу, и, допустим, Кавата оказывается на четвертой платформе, то значит и Пегасри должен занять первую платформу. А хилов распределяли от прослушного? Молот и красив, бегает, хилит и Пегастри. Полина хилит Кавата. Трое других внизу. РЧ на баф и пул. Если суманем одного нашего ДКшника из третьей группы, будет легче. А он что-то стесняется, молчит. Да я пишу просто в рейд, я не перебиваю там что-то говорить. Ты не представляешь, как у меня засрана личка, я даже рейд-чат прочитать не успеваю. Не, ну может другие кто-то видит. Почувствуй себя пианистом. Я написал, соберите шкаф, но никто не отреагировал. Мне иногда кажется, что надо мной фарада рофлит. Мне хреново куча сегодня людей на счет одного и того же куска Т5 на... Ну, серьезно, можно... человек 20, наверное. Можно танком повторить, что делать? Еще раз, Пегастри, смотри. Пуляется босс на первой платформе Кават, ты на второй. Соответственно, третья платформа Кавата, твоя четвертая. Если босс взлетел в воздух и после этого улетает на четвертую платформу, там его уже ждет Кават. Твоя задача — быть на первой. Потому что если, не дай бог, он полетит не на четвертую, а на первую, и танка здесь не будет, все сдохнут. Вкратце понятно? Ты сейчас на второй ждешь уже, Пегастри. Ну, иди на вторую платформу. Дальше по сути разберешься. Стой, не убегай, бафни, пожалуйста, что ты бафаешь по ДК? Да я ассиста на войду. Таунт в него, когда он перелетает. Пул как бы налетит. Кават, кинь этот кулак по ДК и по пету. Может я на Эпигастре, потому что на Эпигастре еще хил без опыта. Ну такое. Молод и красив, закрывал с жоками весь контент, включая ОКХМ двух боссов. Так что у него с опытом все в порядке. Отлично. Только его там нет возле Пегастря. Ну, должен подбежать, я ему проанонсил, кого он хит. Молод и красив, ты слышишь меня? Жоки так-то хилов не наверх не гонят. А может просто Эпигастри на краешек станет, он так похилит. Проигнули. Эпигастри, спрыгивай вниз. Беги на дальнюю платформу. А он умер, ресните его. Кладбон, БР и Пегастри. Блин. Я стучу. Похильте его. Похильте. Забрал. На первый кто? Никого.
Пегастрий на первую. Кружок на первую. Быстрее поднимайся. Интересно, чем не устраивал мувспид Алара дезурон? Только в ДВРД сегодня все нормально было. Нет, он просто он реально какой-то гиперактивный. Так он еще летает, блять, на противоположные платформы. Че он кастанул-то, блять? Поближе к нему встань, кружок. Он если до тебя или атака не дотягивается, он кастует по рейду. А третья платформа. Братан, не забудь, когда он к тебе полетит. Дайте баф. Можете мелких не бить уж. Прыгнули. Пегастрий на четвертый, я на первый. Лови. Прожмите лапку кто-нибудь. И инту. Чё прожать? Лапку. Ничего себе ты читер. Что случилось? Все бегают, он, блядь, прыгает. Вары мы такие. Молодой человек, вам померещилось что-то. Ничего не было. Бомба в глазах боится. Вниз все, ушли мелики. Все вниз спрыгивайте, кроме танка. На второй ну, ладно. Кто на боссе? Ты на боссе. Трэш, ты что пока. Помогает трэш подводить к ДК? Не добейте, не добейте.
Меня-то заберите, убери. Ты, Гастрый, забираешь с меня углей и отходишь к ДК к стене. Дайте бафы, фул. Под боссом заплата. Фул бафы, пожалуйста, шамана. 30% углей опускайте. Спасибо. РДДшки могут добивать углей, пока босс активен. Какие страшные спецэффекты. Не убивайте. Отведи немного босса. Там взорвутся ноги. Где кутка пошла? Где кутка ушла? Можете на вовсе не бить. Сейчас ты, по-моему, в луже стоишь. Ебать, что это? Где такие подкармы? Тут говорят, плащ ребят продают. Неликс, а что случилось? Ебать, мечта, мечтай на хаблин какие-то нападал сплошно. На кого сейчас? Робота.
Да, кстати, а зачем Гера сейчас была? Вообще непонятно. Да похуй. Добить быстрее. И зачем? Мы всегда две Геры на Лара даем под конец вторую. Блять, там у босса просто он уже мертвый был. Я на 20 лемах дал, если чё. Ну, как бы было КД Геры на 20 лямах. Не знаю, у меня не было КД. Че, сегодня наши хорошие танки протанчат? Мандрольц. А, это точнее. Разные эти. Кто-то еще давал Геру. Не я. Я просто смотрю, что у меня этот, Гера минута разница. Так. Первую по третью группу. Кому робот не нужен? Резис, ты уже второй раз плюсуешь, когда я говорю либо первая, вторая, либо с первой по третью. Если вот вследствие этого... Ладно. Ау. Если на мейн спек плечи кто берет, то мне не нужно. Друид. А, я уже сделал. Что оставайся. Ты как у нас танки протанчат без усиленного напула? Ну, у нас есть Кават. Есть блэк-киллер, они должны справиться. А чё, Войт вам в Т5 протанчит? То есть Бабл это слабый на пол, и Коника слабый на пол. Ребят, вы слабы. Нет, это говорит Коник, который может спекнуться в ШД-рогу, понизить КД на пола и повысить его, так скажем, продолжительность. Хочешь спекайся, не хочешь не спекайся, мы и так справимся. Окей, тогда останусь. Ты нам не нужен. Пака, у тебя сегодня сальва нету. Как ты продолжительность своего напула увеличишь? У меня есть на этом боссе персональная сальва. Персональная сальва? Боб от Эпигастрия. Не, Боб это ГП, а сальва это другое. Коника, ты спекнешься, да? Чтобы установить по товару. Мне сказали не надо. Ты гастри, Боб, это мой, не забывай. Лёх, с нами, я тебя поставил в рейд. Да, сейчас подойду. Кто ниже меня в рекаунте, вагоны? Ну чё началось-то? Не успел в рейд зайти. А чё, не так, что ли? Твин, а кто вышел? Значит, Лёха вагон. Кто выше на 5000, нормально. Кто выше на 2000, ничок. Паладины слушают мою команду. Вначале Боб по Dark Half, а потом три дивана подряд. Ну, на самом деле, на Паналиксу. Фигастри, Боб мой, ты даже не вздумай. Да не, на самом деле я пошутил, так делать не надо. Боб мой. У вас мейн персонажа. Так что давайте потеть. Кого мейн, у кого не мейн. Мы в равных условиях. Выйдешь ты своим баром больше, докажешь спокойненько. Я с родимыми трикетами. О-о-о, началось-то. А у меня что, лучше думаешь? Тем более этот. Усилков-то нету, брюлей нету. Если у меня тоже своим бисовым ретрик.
красиво. Войд, проведи снова гайд, как бить трэш. Гайд. Поставь метки там, блядь. Шипните. Расширяйте этих кузнецов. Эпигастр, ты спекаешься в ретро на боссе, соответственно. Вот вся тактика на этого чё босса. Там, потанчить-то можно было? Нет, нельзя. Да. Пускай потанчит, а нормально у него с агром. Нет, значит нет. Все ддшат, кроме Блэккиллера и Кавата. Это я уже заранее сказал. Поэтому изменений не будет на этом боссе. Пегастрий, ты можешь слетать в город, как мы почистим трэш, забрать ретро-спек. Ну, разбаньте. Разбаньте уже. Ангил или резист, порт в огре ему поставьте, пожалуйста. Я тогда пойду сбегаю, если что-то шкафил. Войд, пойди дальнего. Чего? Дальнего. Прилокнусь пока быстро. Что-то у меня пингец до 600 поднял. Так же самое. Лэк, поймай. Суманять.
Байеру и сюда надо, да? Ага. Он все куски покупает. А что у нас с Локи случилось? Что-то его давно нет уже. Серёж, 11 минут сопрок перепивать.